Когда тебе будет очень тяжело, то скажи от всего сердца: «Господи, достойное по делам моим получая, но прости мне и дай мне терпение, чтобы не роптать на Тебя. Господи, будь милостив мне, грешному». Повторяй эти слова много раз, пока скорбь не утихнет. Игумен Никон Воробьев. Бог ждет, чтобы мы попросили Его о помощи, и только потом вмешивается. Господь уважает нашу свободу. Старец Паисий Святогорец. Страдание – действительность нашего бытия, первая ступенька подлинной духовной жизни. Правильно принимает страдания только то сердце, которое смиряется перед ними во имя высшей истины, ибо знает, что истина эта способна помочь не только перенести страдания, но и преобразить их в нечто совсем иное. Иеромонах Серафим Роуз.